помнишь про Угомона? Помню. Я еще тебя все время просила его прочитать. А я маму о том же просил. Надеюсь, мне сегодня мама приснится. Ну что, пойдем? Для того, чтобы осознать себя во сне, нужно долго тренироваться. Но благодаря экспериментальному оборудованию у нас в институте это можно сделать моментально. Добро пожаловать на ваш первый сеанс сонной терапии. Прямо сейчас вы делаете свой первый шаг к избавлению от тех проблем, которые вас сюда привели. Вы окажетесь в самом удивительном, самом невероятном месте. В совместном осознанном сновидении. Закройте глаза и расслабьтесь. Вы в полной безопасности. Я уже думала, ты не проснешься.